Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные братья и сестры Христе, поздравляю вас всех с праздником, почитанием памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Сегодня закончился, вернее, уже вчера, последний день был, апостольский пост. И сегодня, кто постился, могут разговляться. Кто не постился, ну, тоже разговляйтесь. Такое дело. Хотел бы вам сказать, обратить ваше внимание на пару таких нюансов, которые можно вычленить из всеобщего сегодняшнего праздника, из всеобщих житий этих апостолов. Что объединяет апостола Петра и апостола Павла? Наверное, то же самое, что и нас всех с ними объединяет. Они были грешными. Притом грехи их были очень и очень серьезными. Апостол Петр предал Спасителя. Да, мы помним эту историю. Трижды. И Спаситель это предвидел, он сказал заранее об этом. И так и произошло, как сказал Спаситель. А апостол Павел вообще гнал христиан. Был ярым противником Христа до того, как из Савла превратился в Павла. Какие выводы можем сделать из этого? Вот они были, пали так низко и вознеслись так высоко, что для них их церковь упоминает отдельным праздником. И они становятся... Господь говорит сегодня, если слышали внимательно Евангелие, говорит Петру, что на сем камне созижду церковь свою и дам тебе ключи от Царствия Божьего. Насколько они стали заслуженными пред Господом, несмотря на то, что были такими грешными. Так вот мы отсюда можем сделать такой вывод, что Господь прощает нам наши грехи. Самое страшное. Он нам прощает. Если мы решаем избавиться от них и идем навстречу Господу. Здесь мы можем сделать еще один вывод, что насколько страшна хула на Духа Святого. Если Господь прощает все грехи, кроме хулы на Духа Святого. А что такое хула на Духа Святого? Ну, в основном, думаю, вряд ли кто-то из нас берет и так вот чернит сам Дух Святой. Говорит, а он такой, сякой и сякой. Больше мы черним действия Духа Святого. Когда говорим, зачем крестить ребенка? Зачем это нужно? Вот вырастет сам. Это хула на действия Духа Святого, ибо крестит не священник, а сам Дух Святой. Когда мы осуждаем патриарха, и говорим на него всячески грязные слова. Сейчас интернет переполнен этим. Потому что патриарх не избирается колхозом, колхозным голосованием, а избирается Духом Святым, предстоятель церкви. И только если он падает в ересь или совершает что-то такое, что несовместимо с действиями предстоятелями церкви, вот тогда мы можем... Не осуждая его, отойти от него просто. То есть, несмотря на наши грехи, Господь нам все прощает. Господь прощает, но не мы. А вот мы наоборот. А мы наоборот всех осуждаем, все не такие, все что-то там плохие и так далее. Вот я... Хотел бы рассказать об одном случае. Ходит, есть у нас такой священник, который хвастается таким вот поступком. Когда к нему подошли русские солдаты, попросили благословения, он сказал им, идите за военным кораблем. Хороший поступок? Нет. Мне жалко этого священника, потому что Господь прощает. А он себя поставил, ну не знаю, выше Господа. Он решил посмотреть. Тем более, посмотрите на этих хлопцев. Мы даже лица их не видим.
Мы не знаем, что у них внутри. Мы не знаем даже тех, вот я сейчас вижу лицо, ваши все лица. Но я не знаю, что у вас внутри. У каждого из вас. Потому что каждый человек, он есть. Он в какой-то момент бывает Савлом, а в какой-то момент бывает Павлом. И мы не, и я не знаю лично, больше вас Павла или больше вас Савла. Какое я имею право осуждать каждого из вас, если я не знаю, чего у вас больше, доброго или худшего? Если я знаю, что во мне худшего много, а может и больше, чем лучшего. Какое я имею право осуждать? Но для этого нужно понимать свои грехи, прежде всего. Понимать и стараться исправиться. Оплакивать свои грехи, как оплакивал Петр свое предательство. Когда трижды прокукарекал петух, и он понял, что слова Спасителя сбылись, он, мы помним, да, он очень горько заплакал. Вот когда мы начнем плакать над своими грехами, тогда нам будет не до, до тех грехов. Тем более, что, вот я же говорю еще раз, эти ребята, мы их не видим, не видим их и лиц, ничего, мы не знаем, что у них внутри. Но осуждаем, и начинаем о них там говорить, такие, сякие и все подобное. В то время наши сыновья, там, братья, мужья, отцы с этой стороны, наши земляки, одноклассники, точно так же стоят где-то там на Донбассе, и такие же люди там их осуждают. А ведь каждый человек, он абсолютно уникален. Нельзя всех судить по какой-то принадлежности, к национальности, к сословию там, богачи, не богачи и так далее. То есть не нужно судить человека вообще никакого. Ибо мы не знаем, что у них внутри. Ибо мы не знаем, какой путь им уготовил Господь. Был Савл, который гнал христиан, который стерег одежды, когда убивали первого мученика архидиакона Стефана, а он стерег одежды тех, кто убивал его. И этот Савл стал Павлом, тем, чьи труды мы до сих пор изучаем, чьи труды есть в Священном Писании. Тот, который босыми ногами обошел пол Азии, неся слово Христово. Который сказал, что я стал полностью Христов. То есть его уже не было как человек, как личность, он стал уже его апостолом, его словом, ходячим словом его. Но перед этим он был Савлом. И мы не имеем права осуждать никого. Самый человек, который сегодня... Ну, мы видим его там, он упал ниже всяких социальных этих самых наших социальных стандартов, да? И мы будем его осуждать, а через полгода мы будем там, а он прекратится и станет нормальным человеком. А может он там, находясь, есть намного нормальнее нас. Никогда не видели, когда нищие там, эти бомжи, как мы их называем, кормят каких-то собачек, каких-то этих самых... Видели, да? То есть у них вот та любовь какая-то есть внутри. Но мышь, он же фу, воняет, фу, грязный, фу, о, как он не мог, а он еще там. И вот, это мы, христиане. Так вот, давайте из этого сегодняшнего праздника извлечем вот эти вот два урока. Что, во-первых, что Господь нам все прощает, не нужно считать, потому что многие не ходят в церковь, говорят, да что я там такой грешный, что мне там в церкви делать нечего. Неправда. Когда вам кто-то говорит, приводите им пример Павла и Петра, которые пали очень низко. Один предал Христа, второй гнал Христа. Сам Христос явился ему и сказал, что Павел, за что ты гонишь меня? Савл, за что ты гонишь меня? И после этого Савл стал Павлом. Господь нам все прощает, если мы... Хотим, чтобы Он нас простил, если мы идем Ему навстречу и плачем в слезах, как Петр оплакал свое предательство. Это раз, и два, никого никогда не нужно осуждать, ибо мы не знаем,
Как закончит свой жизненный путь этот человек? Возможно, он из Савла превратится в Павла. А мы, осуждая его, из Павла превращаемся в Савла.